Сразу же на выходе из кампсайта поверните направо и идите по дороге дальше наверх. Сегодняшний путь сложен тем, что тропа довольно резко идет наверх. Дорога будет покрыта камнями и валунами, по которым в некоторые моменты придется карабкаться, не используя палки, а используя просто руки и ноги. Поэтому этот путь не рекомендуется делать, если была пасмурная и дождливая погода. Сегодняшний маршрут размечен на карте более жирной пунктирной линией. Однако нам предстоит развилка рядом с забегаловкой Du Glacier Buvette на высоте 1583 метра, где придется перейти мост и пойти до кемпсайта La Beauty. Но там видна уже между двумя скалами самая высшая точка перевала вот этого вот на 2665 метров. И после этого несколько часов вниз вдоль ледника.
дело сделано. И сейчас вот такая вот фигня одна. Вниз такая же. Лепота. И там ледник, он виден. Это было... сейчас камера стоит. Это было жестоко. Устал, как собака. Взлет продолжался 4 часа. Но оно того стоило. Оно того стоило. Ледник просто загляденье. Красотель, лепота. Но спуск идет легче, чем подъем. Но это естественно. Закон Ньютона помогает. Но иногда почва очень рассыпчатая и подскальзываешься. Для этого нужно во все оружие использовать палки. Или хвататься за какие-нибудь валуны рядом с тропой высокой, чтобы помогать себе. Тропа пониже заметно улучшилась. Уже можно спокойно, в принципе, идти. Нет никаких валунов, ничего. Вокруг появились деревья, заросли. Вот. Ну и мы оставляем ледник позади. Спускаемся еще ниже. Где-то, наверное, в районе 20 минут еще ходьбы будет какая-то забегаловка внутри, типа горного приюта, где я очень хочется выпить стакан колы. Вот почему, не знаю. Сахар, сахар, кофеин. Ну и просто, чтобы взбодриться. Вот. Хочу посидеть полчаса. Как я уже говорил ранее, после забегаловки перейдите вот этот мост и идите дальше по дороге до Campsite La Beauty. Это был самый дешевый Campsite за 4 евро за ночь.